Всем привет, дорогие друзья, на связи снова я, Эд, и я заметил, что давненько у нас не было модов на замену худа, и вот решил сделать мод на замену худа в GTA San Andreas. Давайте посмотрим, что это за худ. Поехали, вот худ перед вами, пожалуйста, в таком стиле, по-моему, в стиле Resident Evil, так как я вижу то, что есть колбы такие, которые заменяют нам шкалу здоровья и шкалу брони. Колбы выполнены в таком стиле, как бы... вирус там, колба с вирусом. Ну как я так вижу, не знаю, может кто-то по-другому это видит. Что еще интересного есть в этом худе? Худ называется C-худ, сам хак, как-то так. Наверное, в большей степени этот худ подходит для сампа или что-то в этом роде. Ну давайте вот посмотрим изменения. Да, заметили, изменяется. Ну в принципе, да, весь худ изменен. Даже мини-карта изменена, новые иконки на мини-карте. Потом новые деньги, новый уровень розыска, новый прицел для оружия, новые иконки на оружие, новая такая смена оружия, вот Hello Kitty на замену огнетушителя, не знаю к чему это сделали. По-моему, я выключил код. А нет, вот, пожалуйста, звезды розыска такие, белый-голубой тон, прицел, да. Так что изменений очень много, весь худ переработали, не может не радовать, мне очень понравился данный худ. И у меня с этим худом была одна проблемка, но о ней я расскажу попозже. Давайте, знаете, что сделаем? Я тут подумал. Давайте посмотрим, как будет уходить наше здоровье. Так. Вызываем 6 звезд розыска и смотрим, как нас будут убивать, как шкала будет уходить. Вот, пожалуйста. Потихоньку уходит броня. Броня, то есть это голубая. Голубая колба справа, а здоровье это красное. Вот, все написано no, нету брони. Так, и быстро уходит здоровье. И все. Я заметил такую фишку, то что наше здоровье иногда пополняется автоматически. Не знаю, это связано с этим модом или что-то янтами. Типа регенерация идет. Ну ладно. Вот, брони нету, зато здоровье на 100%. Даже 176. Да, вот новые иконки такие интересные. Автомат, там снайперка, миниган, детонатор, все дела. Ну все, посмотрели такой прикольный ход. Вообще таких худов в этом роде куча версий, там это версия 6, а их там где-то 15 или даже больше. Да, какой-то был в одно время на GTA Vice City был просто ажиотаж этих худов, там выкладывали раз за разом такие худы. Ну да, что я хотел сказать про мою проблему. Проблема была в том, что я на свою старую GTA San Andreas пытался установить данный худ, у меня была такая шняга, то что вверху справа был белый квадрат. Ну, вместо этих колбочек был такой белый квадрат странный. Я не знаю, чем это было связано, но я потом скачал новую GTA San Andreas, установил его вручную, и все пошло нормально, как вы видите. Так что, не знаю, будет ли у вас данная проблема, но она у меня исчезла. Я просто скачал новую GTA San Andreas. Ладно, все, я что-то заговариваюсь. Так что, всем пока, дорогие друзья. С вами был я, Эд. Всем удачи, не скучайте. Скоро еще обзорчик, так что давайте, пока.